Друзья, добрый день. Мы сейчас приехали к Кристине. Будем обсуждать ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день. Как вы помните, 2 недели назад бывший муж Кристины забрал у нее детей с условием то, что он хочет, чтобы дети жили с ним. Но на сегодняшний день ситуация складывается так, что вчера звонили его родственники, мужа бывшего, и сказали, чтобы забирали детей. Вот. Кристина завтра поедет забирать. То есть он запил просто? Да, он запил. Завтра Кристина собирается ехать забирать детей. Ну и она, к сожалению, будет вынуждена уволиться с работы, пока не определит детей в сад. Кристина, ну ты что? Расскажи хоть. Тебе, наверное, жалко уходить отсюда? Конечно, жалко. Меня так приняли здесь хорошо. Люди понимательные, коллектив хороший. Хозяйка сама тоже очень хорошая. Ну, обстоятельства, да? Так, ну давай тогда по порядку. Получается, сегодня ты дорабатываешь последний день, да, здесь? Ну да. Потому что я же с понедельника не могу выйти. А завтра во сколько ты поедешь? С утра? Ну, надо с утра, наверное, пока доеду. И завтра же собираешься вернуть. Да, завтра у нас там не оставят, она уже вчера мыла, плакала, материлась. Угу. Слушай, Крис, ну ты сама как вот относишься к тому, что вот они так поступили? То забрали детей, то переворачиваются на ноги. Правильно это тоже делают. Ты только начала на ноги вставать, да, это тут на тебе. Я не удивлюсь, если я снова какая-то подстава, что вот только все нормально пошло. И здесь снова выступили. Сначала они сказали, сами в садик устроят, там 2 месяца приваши. Да. Чтоб пусть дети будут согласны на 2 месяца, чтобы нормально. В оконцовке, чтобы у меня все нормально, они вот так делают. Ну, то после есть, вчерашнего видео, да? То есть они сами устраивают такую ситуацию, чтобы сбить себя с толку, чтобы ты не могла подняться на ноги. Наверное, так. Ну, и от тебя, конечно, не надо извиняться, но в основном тоже они виноваты. Ну, вчера видеоматериал вышел о том, что как бы вот сделали АСП, и они говорят, давай, говорит, деньги получаешь, давай, говорит, забирай детей. То есть попытались объяснить им, что, ну, как бы дайте время встать на ноги. Они говорят, не-не, говорит, забирайте. Да, Крис? С тобой же мы разговаривали. Просто они детей как марионеток используют против Кристины. Это все равно, ну, это мое мнение. Ну, все правильно, так и есть. Так, получается, ты завтра детей забираешь и возвращаешься на защиту. Ребят, ну, у Кристины даже денег сейчас нет, потому что работу она потеряет. Даже эти 6 тысяч в день, их и то не будет. Правильно, Крис? Ну, да, жалко. А АСП когда тебе сказали начислят? 5 числа, да, где-то примерно? Это, так, 4-го, 5-го. 4-го, наверное, будет 5-го. Ребят, давайте поможем Кристине, ну, дожить, да, хоть... до этих дней хотя бы как-то продуктами, может быть, кто-то сможет чем-то помочь, может быть, финансово небольшую сумму какую-нибудь. А тем временем Кристина будет думать, как уже определить детей в сад и устроить им новую работу. Так, кстати, вариант же был, да, Крис? Уже... С понедельника ходил уже это... в больницу, узнавать, что делать, снова заново сдавать анализы, не буду тянуть время, с понедельника начну снова с анализами. Там. Комиссию получается. Да, что мне скажут, что я буду делать. Главное не терять надежду, не опускать руки, а делать и идти вперед. То есть, Кристина, получается, ты остаешься на проекте, да? Да. И дальше что-то будем думать. Без телефона там на защите страшно. А у тебя даже телефона нет. Не позвонить, ничего еще. Ребят, может быть, есть у кого-то старенький? Даже просто телефон. Какой-то, ну, кнопочный телефон, чтобы просто связь была. Артем явно придет, мне даже милицию вызвать. Ну, никак не будет. А он взламывать все будет. А у меня там надо закрыться. Ты думаешь, что он все-таки будет приходить? Может. Так а сейчас она деньги будет получать. Угу. Будет приходить по-любому. Деньги. С ними надо тоже проблемы решать. Деньги не мне, это детям просто. Может быть, как-то потом, если вдруг будет такая ситуация, может быть, заявление написать мне, может, вообще потом не приходя. Все равно же он будет.
этого бояться. Еще сим-карту, да, Крис, восстановить? Да, сим-карту надо, потому что не будут смс-ки приходить, это пакет там, это, ну, детям будут пакет этот с продуктами давать каждый месяц. Ну, это все будет в телефоне, мне сказали, желательно восстановить сим-карту надо. Ну, да, без телефона. Потом вся комиссия вся знает эту, ну, сим-карту. Ну, тебе же тоже предложили, да, вчера? Расскажи, там детский садик какой-то или что? Да, мне там это, как она там называется? Центр занятости. Центр занятости, да. Она сказала, что мой садик это бесплатный. Она сказала, не только на КШЦ есть поближе садик. Она сказала, если что, обратись и позвони мне, я тебе все объясню, расскажу, что не надо на КШЦ, ну, вести. Где, ну, поближе это, где я живу, там можно найти. Вот так. Ну, бесплатно садик, ну, для нас вот таких вот малоимущих есть. Она говорит, она даже поможет мне. Не помню, как это зовут. Зовут ее. Девушка хорошая, она мне объяснила, что вот так можно. А не помнишь, как зовут ее? Нет. Чтобы привет передавала. Ну, все, друзья, буду держать вас в курсе событий всех. Всем хорошего дня, отличного настроения. До связи. Кристина. Спасибо вам большое за помощь. Прям большое всем, кто помогает мне, кто понимает меня, кто поддерживает меня и моих ребятишек. Дай Бог вам здоровья. Да, Крис, большую работу проделали с тобой. Надеюсь, что мы закончим этот проект до конца. Встанешь на ноги. Ну, в принципе, чуть-чуть осталось, да, Аня? Да, вот кстати, чуть-чуть. Вы заметили, Кристина повеселела. Да, начала улыбаться, но прям да. Вчера она прям в ладоши хлопала. Она была сильно. А в этот раз прям не заметила. Ну, все. Все, всем пока. Счастливо.